первое, что мы берем, это мы берем фиолетовую коробочку, достаем. Такие замечательные коробочки продаются в магазинчике Fixed Price. И фиолетовую коробочку мы будем ложить, дабы обозначить ее уникальность. Подарок номер один. Это вот такой вот двухметровый кабель USB для того, чтобы можно было синхронизировать данные, для того, чтобы можно было заряжать телефон на расстоянии 2 метра. Это двухметровый кабель. Мы будем их скручивать вот таким вот образом. Вот. И ложить это для айфона. И ложить в нашу коробочку. Надо поплотнее скрутить. Делаем колесико, вот, и также в каждой такой коробочке будет лежать у нас кабель и поп-сокет. Данный поп-сокет пластиковый, то есть легенький, с французской тематикой. Вот это один из подарков, после чего выравниваем розочку в самом подарке, и для транспортировки будем ложить его обратно в пакетик. Ну, поскольку нам нужен не один подарок, мы идем упаковывать дальше. Следующий подарок уже кабель должен быть микро-USB. Проверяем цветочек на нашу розочку. Вот. Открываем. Берем золотой кабель. Вот такого цвета. Это уже микро-USB. Смотаем его таким же образом. И выберем поп-сокет для другой нашей девушки, которой мы будем дарить подарок на работе, которая очень любит у нас что-то интересное в виде кофе попить перед работой. Поэтому поп-сокет здесь будет от Starbucks. Пакетик и аккуратно упаковываем так, чтобы наша розочка в пакетике расправилась. Уже в момент вручения нужно будет транспортировочные вот эти вот целлофанки снять и спокойно подарить. Отлаживаем в сторонку. Вот так вот у нас подарочки наши. Так. Теперь вот такой вот коробочек. Выравниваем также розочку. Подготавливаем подарок для нашего другого кофемана. Это будет вот такой поп-сокет тоже. От Starbucks оно немного будет отличаться. Ну и соответственно, дабы не путались в одном кабинете провода, провод, который будет для телефона идти в подарок, у нас будет белого цвета. Так коллеги будут различать, где чей провод. Розочку.
немножко поправим. И теперь это еще не полный подарок, потому что мы еще будем дополнять подарочки. Ну, это как бы основная часть. Вот такой подарочек еще у нас будет. Розочка тут более-менее. Так, мы ее открываем. Берем, подготавливаем кобелек. Так. Укладываем наш кобелек золотой. И положим туда вот такую вот поп-сокет. По мотивам мультфильмов. Он очень удобный для того, чтобы держать телефон. Клеится замечательно. 3М скотчем. Это такой двусторонний скотч. Особо прочный. Который потом очень трудно отодрать. И запечатываем очередной наш подарочек. Так. Дополним мы все эти подарки, естественно, цветами, тортиком и каким-нибудь соком. Вот. Одинаковые коробочки у нас встречаются. Вот одинаковые коробочки у нас будут с разными абсолютно цветами кобельков. Потому как одинаковые коробочки у нас пойдут в одинаковые кабинетики к сотрудникам. И таким образом цвета кобельков у них будут различаться. Вот это вот вместо поп-сокета. Такой замечательный держатель в виде кольца. Надевается на палец. Он разработается, будет крутиться. Пока он плотно сидит. Но, тем не менее, мы его положим сюда. Разровняем розочку нашу. И упакуем для другой нашей сотрудницы. Вот это пойдет в один кабинет, вот это вот пойдет в один кабинет, и вот это вот пойдет в другой кабинет. Вот. Здесь мы особо заморачиваться не будем, а возьмем и сделаем вот так вот. Это убираем и укладываем сюда. У нас там первым получается здесь у нас для айфона кабель, он белого цвета. И чтобы люди не путались, второй кабель у нас будет золотой. А поп-сокет у нас здесь будет вот такой мультик с Бетси. Вот. Надеюсь, им понравится, нашим сотрудницам. Как-то так в этом году. Один кабинет, второй кабинет, третий кабинет.
Вот такие вот подарки.